Всем добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня мы приехали на монтаж теплицы Легенда. На данном этапе мы разгрузили машину, сейчас распаковываем. Также совместно производим работы демонтажа старой теплицы. Откапываем, потом будем откручивать поликарбонат старый, убирать и также разбирать каркас. Клиент попросил сохранить каркас, так что будем аккуратно спиливать болтики и потихоньку разбирать его. Каркас также приварен к швеллеру. Все это дело отпиливать будем. Продолжение видео. Демонтаж мы закончили. Поликарбонат с арками, с торцами сложили. Площадку подготовили. Сейчас будем собирать каркас, скручивать арки между собой, соединять с торцами и потом крепиться к швеллерам с помощью сварки. Несколько торцов мы уже подготовили, обшили поликарбонатом. В дальнейшем будем уже доделывать там двери и все остальное. Продолжаем монтаж. Как я рассказывал, обшили торцы поликарбонатом, собрали арки, скрепили это все при помощи прогонов. В дальнейшем все выставили по рулетке, замерили по шнурке, арки выставили и приварили все к фундаменту. Сейчас идем и подкрашиваем все это дело. Также накрутили наверх конек. В дальнейшем будем обшивать уже поликарбонатом. Продолжаем. Так, рассказываю. Сделали мы стены, обшили поликарбонатом, пока наживили на термошайбы. Далее будем вырезать стеновые форточки. Две штуки справа и одна слева. Прикрутили переливы поверху. Также по низу прикрутили отливы по периметру. И будем дальше клеить перфоленту и одевать профиль. Потом уже подготавливать крышу. Продолжение монтажа. Наживили мы поликарбонат на крышу и на стены. В дальнейшем будем прокручивать термошайбами. Дальше закреплять его. Сделали облицовку по торцу верхнюю. Попутно делаем форточные блоки. Уже вырезанные. Сейчас делается обрамление. Потом будет вставляться форточный блок. Также двери на торцы обшили поликарбонатом. Тут уже делают перегородочные двери двухстворчатые. И останется еще третий торец. Дверь доделать. И установить термоприводы. Монтаж у нас подходит к концу. Снимаю сейчас, так как у нас есть фонари, хоть как-то вам будет это все видно. Доделываем последний форточный блок. Устанавливаем термоприводы. Также доделаем систему подвески. И на этом все. Также
докрутили термоприводы на стеновые форточки. Мы построили теплицу Легенда 3х10, уже не видно длину. Сейчас послушаем отзыв, надеюсь, довольного клиента. Я так давно мечтала о новой теплице, потому что моя старушка уже стала совсем старенькой. Я так довольна этой теплицей, работа команды вот этой профессиональной, кто сегодня работал, замечательная. Работают быстро, слаженно. Молодцы, ребята. Спасибо Уральской усадьбе огромное. Вам спасибо. А вы откуда узнали о нас? Ну, потому что я знаю вас, наших земляков. Знаю, вы молодцы. Вы же не только теплицы делаете, вы делаете и беседки, и компостеры, да, по-моему, и ну, да, всевозможные, много чего. И качели, и парники, и, в общем, у вас очень большой ассортимент, так что спасибо. Удачи вам. Спасибо вам за отзыв большое. Спасибо вам. Всего доброго.